Алло. Что там? Посылку получила, прикинь, с Америки, ее 3 месяца ждала. Я себе заказала 3 фазы для волос в уход. Класс. Блин, тут правда все на английском. Ты знаешь английский, нет? Не-а. Ну, ладно, тогда перезвоню. Car washing шампунь. Кератиново моющий шампунь. Tire cleaner. Ну все правильно, очиститель волос. Full air conditioner. А, так это кондиционер для волос. Вот ты, блин, все и так понятно. Я английский знаешь, ты не знаешь. Тут дураку все ясно. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все. Зай, а там курьер не привозил мне химию для машины? Какие пожелания у вас будут? Кончики подстричь, укладочку сделать, макияж легкий сделать, понял? You feel my sugar, it's bubbling, jumping, jumping. I am nice cooker, just keep it pumping, pumping. Don't make it sound, let me spy inside your mind. Что ты сделал? Это вообще чё? Это что за губы? Что за брови? Что за ниточки? Но... Дай мне сюда уже что-нибудь, а? I'll do my A-Lo. Come on and catch the flow. Ну вот так вот сразу вот нельзя было сделать, я не понимаю, а? Учить всех. Слушай, у меня к тебе такой вопрос, я не знаю, что делать. У меня вот у мелкого в последние пару дней глазки какие-то грустненькие, невеселенькие. Да не знаю, у нас все норм. Даже если грустненькие, я ему что-нибудь пожрать сунула, у него они опять веселенькие. Слушай, а с прогулочкой как у вас дела? Да как? Как дома сидеть, тогда ест, так и выходим. А мы вот после завтрака, после обеда еще перед сном ходим. Угу. Так, погоди секунду, ну и что ты сожрал? Вытащи это изо рта, ну что ты опять в рот взяла? Иди сюда. Вы тоже, да, у вас все в рот тянет. Так, подожди секунду. Кто нас на кровать опять поссал? Кто на кровать опять написал? Ой, да ладно тебе, что ты на него так орешь? Ну всякое же бывает, ну. Да в смысле всякое? Я почему должна застанки-то стирать? Я понять не ну могу. Ну как почему? Мы в ответе за тех, кого приручили. Кого приручили? Чеку уже 3,5 года, пора уже в горшок начинать ссать, а не в кровать. Так, стоп, подожди, а ты что, не о собаке? О какой собаке мама, еще? Мама, куда ты взяла, дай ручку, это папина ксива, куда ты взял? Ты что-то еще хотела или чего? Дура, дра. Опять в телефончиках, да, залипаешь? Чё ты там опять сидишь? Опять тёлок, небось, каких-нибудь смотришь, а? Каких тёлок? Смотрю, хоть как вкусная еда выглядит. А у меня чё, еда невкусная или чё? Ты вообще когда последний раз готовила? Вот прям сейчас, хочешь, пойду и приготовлю. Вот такой пирог, если приготовишь, завтра же поедем и шубу тебе возьмём. Такой? Да легко! Лучше вон, пин-код от своей карты вспоминай. Завтра будем деньги на шубу мне снимать. Тут дел-то я тебя умоляю, господи, а? Это у вас свадебное агентство? Да, проходите. С датой вы определились? Я просто еще мужчину не нашла, но через 2 года я уже честно найду. Мне моя астролог сказала. Какая будет концепция? А мы делаем все в европеизированном стиле, да, в европейском. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Выкуп, чтобы был не ранее 8:30, потому что ко мне приезжает моя подруга, она меня красить будет. Ну, понимаете, да? И, кстати, вопрос по голубям. Есть просто покрупнее, есть помельче. Если что, как бы дядя Коля обратиться, он в соседнем поселке живет. Кстати, потом вам поставщик, или как там у вас это все называется. Вот, у него они покрупнее, такие жирненькие, знаете, чтобы полетели, чтобы видно было. А по ведущему? Ведущего мы уже нашли. Ну, Лена Степанова. Мама с папой была на свадьбе ведущей. Кстати, она так поет замечательно. Вот тут это ж берет. Забыла сказать, вы ленты-то предоставляете? Да свидетель, свидетельница. Знаете ленты вот эти? Просто у меня мама-то сувенирки торгует. Если что, вдруг она отложит, вдруг не будет так тому времени уже. Платье, какие у вас пожелания? Может, быть такое? Вы прикалываетесь? У нас свадьба или что? Что-то совсем бедненько. Дура! Женщина, вы что здесь
сделаем. Жду подарки, когда будете выносить. Какие подарки? У нас открытие 9 июня. И опять все холодильники плазмы разберут, и я пойду домой с микроволновкой или пылесосом. У меня уже их 4. Вы должны покинуть это помещение. Ой, да больно надо мне. Good boys left cell, they make it deep and slow. I'll do my A-Lil, come on and catch the flag. Сейчас мы вызовем полицию, охрану и будем разбирать, чтоб ни шагу отсюда. Довольно сидишь, я не понимаю. Я тут бабки удачно вложила. Че врешь, я тебя в госбанке не видела. Я туда каждый день хожу, вкладываю. Ты че ты там ничего не заработаешь? Вот надо было в Иксун вкладывать, я вот по-любому уже машину скоро возьму себе. А не заработаю. Я вот посмотрю, как ты потом плакать не будешь, а я буду богатая. A few moments later. Привет, моя хорошая. Привет. А я вот на Иксуне себе тачку новую заработала. С шопинга вон бегу. Поздравляю. У тебя как дела-то вообще? У меня тоже новая машина. Сейчас покажу. Все, короче, давай, пока мне некогда. Девушка, ну все? Да, спасибо. Забирай тачку. Прошу, не думайте, что Оля Бузова. Лишняя нагрузка и обуза вам. Ну покушай, я только что свежие крылышки пожарила, вон с лучком, чесночком, как ты любишь. Да не буду есть твой лук, чеснок и мясо, вдруг он мне сейчас напишет, скажет, пойдем на свидание, от меня воняет всем на свете. Убирай, сказала же, не буду. Чуть полдня прошло, как ты написала, ничего он тебе не отвечает, ешь давай. Он написал, как я теперь пойду? Лука наелась. Сейчас я тебе такую штучку принесу. От нее точно вонять не будет. Как избавиться от запаха чеснока и лука? Я нашла. Ну где же ты была раньше? Здравствуйте. Лесничного у вас? Здравствуйте, проходите. Мне надо, чтобы вы понимали, вот такие, чтобы все мужики попадали. Да подожди ты, мне же ресницы-то вон эти сделали. Сказали, все будут в обморок падать от моего взгляда. Ну-ка, давай посмотрим. Ну-ка. Целлюлит не идет никакого. У меня он так был, так раз. У меня он все идет отлично. Я уже полгода делал, посмотрите, ноги гладкие. Может, у меня целлюлит какой-то не такой, я не понимаю, понимаешь? Может, у меня он слишком въевшийся или что? У меня он как был, так и остался. Может, ты что-то неправильно делаешь? Скажи, что я делаю не так? Все как по инструкции написано. Принимайте душ, делайте скраб, затем делайте обволакивание вот этой вот штукой. Всем одевайте эти термоштаны. Я его сколько раз делаю, никуда он не уходит от меня, блин. Я не понимаю, что я делаю, блин, не так.